Значит так, чувствую, здравствуйте, ты? Расскажите, как вы, куда вы попали, кто да как? Все, нас покидают, пока остаемся с тобой вдвоем. Так, со мной вдвоем, это вот. Со мной вдвоем. Да. Приехали вот, так. Привезли полсруба. Так. Морел. Вот, раскидали инструмент. Так. Там. Мешалку, все дела, матрасы. Так, вижу домик. Домик? Ну, это на подснос. Подснос, да? Палатка будет здесь. Так. А это что, как же? Ничего. Это вот здесь. Вот, видите, вон там вот срубик. Начало сейчас снимем. Начало. Пустое место. Пусто. Ну, торчит только вода. И колышки вот воткнуты. Воткнуты колышки. Вот, выведена вода, похоже, в баню надо было. Вот. Все, работает. Ну, что я могу сказать? Так. Бери баню, где только не строила. И в нижнем. И в нижнем, и в верхнем. Везде можем строить, везде, блин, можем жить. Следующий видос выйдет из Самары, как я понимаю. Самара, да. У нас жилое помещение, только туалет тут. Да, вот он. Он, туалет он есть, мы приехали. Нам хозяин почему-то сказал, что из туалета ключи от него не дал. Это без комментариев. Потому что палатка была не в наших руках. Да. Другой бригады. Вся в развале, вся, не знаю, разорвана целая. Сейчас посмотрим. Ага. Завтра начнем копать. Походу тут целина. Целина, целина. Все, да. Ага. Ну и все. Да. До свидос. Целый день будем делать палатку. А вечером? Вечером? Интернета, как я понял, у вас нет? Нет, даже связи нет вообще никакой. Так, и? Лес. И чё? Чё, будем спать, чё? Покушаем и спать. Просто? Да. Есть и? Да. И спать? Да. Не знаю, побегать тут. Погулять тут. Вон, народ ездят на великах. Все путем. Ладно, сейчас нам привезут цемент. И ПГС песок. Ладно, потом еще снимем. Первоначальный этап.